Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 20.7. Постройте график функции. В пункте А нам дана такая функция. Y равно 2x в квадрате плюс 3. Для того, чтобы получить график этой функции, мы построим параболу 2x в квадрате. Отметим несколько точек. x0, y0, x1, y2, x-1, y плюс 2, x плюс 2, y плюс 8, и x-2, y плюс 8. Это у нас парабола y равно 2x в квадрате. А теперь для того, чтобы получить график этой функции, мы воспользуемся правилом. Правило такое. Для того, чтобы получить график функции f от x плюс m, нужно взять график функции f от x и сдвинуть его на m единиц вверх, если число m положительное, и на m единиц вниз, если число m отрицательное. Число f в данном случае у нас положительное. Значит, мы должны график этой функции сдвинуть на 3 единицы вверх. Ну, можем отметить точки. Так, и вот эти точки тоже сдвинуть на 3 единицы вверх. И таким образом мы получим график функции y равно 2x в квадрате плюс 3. Пункт b. В пункте b нужно построить функцию y равно минус x в квадрате минус 4. Для того, чтобы построить такую функцию, мы воспользуемся параболой y равно минус x в квадрате. Отметим несколько точек. 0, 0, 1, минус 1, 1, минус 1, минус 1, плюс 2, минус 4, минус 2, минус 4, ну и плюс 3 – это минус 9. И минус 3 – это минус 9. Начертим параболу y равно минус x в квадрате. А теперь, поскольку у нас число m – минус 4, опустим эту параболу на 4 единицы вниз, отметим точки, все точки перенесем. Так, вот эти точки на 4 единицы – вот эти точки и на 4 единицы вот эти точки. Присоединим полученные точки и получим график параболы y равно минус x в квадрате минус 4. Пункт В. В пункте В нам нужно построить график функции 4x в квадрате минус 5. Для этого мы возьмем параболу y равно 4x в квадрате, начертим эту параболу, отметим несколько точек. x0, y0, x1, y4, x-1, y4, ну и так далее. Мы знаем, как парабола выглядит, поэтому плавной линией соединим точки. Получим параболу y равно 4x в квадрате, а теперь минус 5 эту параболу опустим на 5 единиц вниз. Вот точки, каждую точку перенесем на 5 единиц вниз. Так, и получим график параболы y равно 4x в квадрате минус 5. Пункт G. В пункте G нам нужно построить график функции y равно минус 3x в квадрате плюс 2. Начертим график параболы y равно минус 3x в квадрате. 0, 0, плюс 1, минус 3, минус 1, минус 3, плюс 2. Ну, 2 в квадрате, это будет уже 12. Так, начертим график этой параболы и теперь его перенесем на 2 единицы вверх. И получим график функции y равно минус 3x в квадрате плюс 2. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.